Столкновение с пострадавшими. На Шафировском врезались маршрутка и грузовик. По информации районного ГАИ, около половины первого у дома номер 10 по Шафировскому грузовик столкнулся с попутной маршруткой номер 149, принадлежащей Питеравто. Перестраиваясь, маршрутный автобус врезался в груз. Происходит столкновение между ними, между этими транспортными средствами. Страдает два человека, находящиеся в маршрутке пассажира. Госпитализировано два человека. Один в тяжелом состоянии, другой в среднем. На место приехали спасатели. Они отключили аккумуляторы автомобилей. Реанимация уже перевезла пострадавших. По факту проводится проверка. Движение на участке КАДа парализовано.